который знаком каждому из вас с детства. Добрые традиции, проверенные временем. Аксайнан. Образование – это стартовая ступенька в будущее, а именно в трудовую жизнь. А что мы обычно понимаем под хорошим образованием? Замечательный вопрос, так как с ним сталкивается каждый, кто только сошел со школьной скамьи. Бесконечные поиски вузов, разные взгляды на образование – вот с чем сталкиваются родители и абитуриенты после окончания школы. И порой не всегда бывает так, что вуз понравился сразу обеим сторонам. Чаще всего подростки поступают в те университеты, которые им либо посоветовали, либо выбрали их родители. К счастью, сегодня ситуация изменилась благодаря появлению новых престижных и интересных вузов. Иными словами, у учащихся выпал шанс самим выбрать высшее учебное заведение. В Казахстане насчитывается около 122 вуза, и за последние 10 лет были закрыты более 30 учреждений. Учитывая географические особенности, можно сказать, что разброс университетов довольно существенный по стране. Так, 40 высших учебных заведений или треть всех вузов сконцентрированы в Алматы. 10 из них являются государственными, остальные 30 – частными. Как при таком количестве вузов выбрать наиболее приемлемый? Этому выбору могут послужить различные факторы, но прежде всего лучший вуз – это тот, где есть не только качественное образование, но и яркая студенческая жизнь. Каспийский университет является одним из ведущих вузов, многопрофильный, позиционируется на рынке образовательных услуг как университет, обеспечивающий качественное, непрерывное образование по программам довузовского, послесреднего образования колледжа, бакалавриата и магистратуры. Университет был создан в 1992 году, а прием первых студентов был произведен в 1994. С этого времени вуз совершил 21 выпуск специалистов, которые успешно трудятся в органах государственного управления, предпринимательских структурах, банковской сфере и бизнесе, а также стоит отметить, что университет является преемником Казахстанского института экономики и права. И только в 2003 году институту был присвоен статус «университет» и в дальнейшем переименован в Каспийский общественный университет. В нашей южной столице функционируют три корпуса этого вуза. Они находятся на проспекте Достык, Сейфуллина и Абая. Сегодня мы вам расскажем об одном из них.
Каспийский университет расположен на проспекте Достык, 85. Это инновационный корпус, созданный по европейским стандартам. К тому же здание университета имеет свою историю, так как раньше это был Республиканский дом политпросвещения. Ныне пятиэтажное здание имеет 3 этажа, идущих под землю. Очень смелое архитектурное решение позволило разместить на нижних этажах библиотеку и дополнительные аудитории. Библиотека вуза является членом Библиотечной ассоциации Республики Казахстан, членом Библиотечной ассоциации вузовских библиотек и принимает участие в работе международных региональных конференций, семинарах и совещаниях. В ее структуру входят Центр электронных ресурсов, сектор комплектования и каталогизации литературы, сектор обслуживания и хранения. Студенты могут посещать научные и электронные читальные залы. В целом в университете насчитывается около 40 аудиторий, большие лекционные залы, отдельное студенческое кафе, имеется амфитеатр на 1000 человек, где ставятся театральные постановки с участием актеров из знаменитой школы искусств Карины Сарсеновой, которая, кстати, находится в Каспийском университете в корпусе на проспекте Сейфуллина. А еще, так как это историческое здание, в университете имеется мини-музей. Студенчество – один из самых ярких периодов в жизни каждого человека. И нужно помнить о том, что, выбирая вуз, надо обратить внимание на организацию студенческого досуга. Именно поэтому в Каспийском университете функционируют различные клубы. Крупнейшая международная организация «Enactus», танцевальный клуб «Lowless», не менее известный клуб «Ивентум», «Каспиан Спорт Лайф», «Каспиан Дебейт Скул», «Даранда Шанрак», «Лига волонтеров», а также клуб «Хайв». Будучи участником одного из клубов, вы можете быть уверены, что ваше время в университете пройдет беззаботно, весело и продуктивно. Стоит упомянуть, что еще за 2 года функционирования университет посещали почетные гости. Главными успехами вуза можно считать не только подготовку лучших специалистов, но и достижения в сфере благотворительности. Университет неоднократно получал премии. Студенты награждались грамотами от МВД, плюс в копилку достижений вуза входит и то, что совместно с Нурбанком была реализована программа «Путевка в жизнь» для детей из детского дома. Миссия университета заключается в следующем. Мы расширяем границы знаний нового поколения казахстанцев для служения стране и человечеству. А ценностями вуза являются высокий профессионализм, как следование высшим профессиональным и этическим стандартам, а также инновационность, как источник генерирования новых знаний и технологий обучения.
Напомним, что ВУЗ осуществляет подготовку по 18 специальностям бакалавриата, 6 специальностям магистратуры и по 2 специальностям докторантуры, PhD. Включает 5 направлений подготовки, таких как Высшая школа права Аделет, Высшая школа экономики и управления, Высшая школа гуманитарных наук, Академия строительства, архитектуры и дизайна, Институт нефтегазового дела, геологии и IT. Будучи обладателями народного знака качества «Безупречно», сегодня Каспийский университет является гарантом качественного образования, стремящимся соответствовать высоким стандартам международного уровня. Французский дом – синоним роскоши, красоты и чувства стиля. Объединив под своим крылом бьюти-манию и Imperial Home, ему удалось воссоздать в Казахстане атмосферу, богатую европейским шармом. История французского дома началась в 1993 году. Именно тогда открыли первый магазин по продаже парфюмерно-косметической продукции и коллекции пре-де-порте ведущих французских брендов. Специально для этого события был приглашен известный кутюрье Академии высокой моды Оливье Лапидус. Еще одним приятным сюрпризом стало появление на открытии экс-президента Франции Франсуа Миттерана, который как раз находился с официальным визитом в Казахстане. За эти годы французский дом превратился в разветвленную сеть магазинов парфюмерно-косметической продукции, поражая своих клиентов высоким разнообразием брендов. Магазины французского дома представлены в таких городах, как Алматы, Нур-Султан, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Актобе, Шымкент, Кызылорда, Тараз и Жезказган. Площадь каждого магазина варьируется от 50 до 700 квадратных метров, и найти в них можно практически всю парфюмерно-косметическую продукцию, причем весьма высокого качества. В их портфолио входят такие всемирно известные бренды, как Chanel, Dior, Guerlain, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent и многие другие. Кроме того, французский дом является эксклюзивным дистрибьютором Dolce & Gabbana, Versace, Hermès, Hugo Boss, Carolina Herrera, Gucci, Calvin Klein, и это даже не половина внушительного списка. При таком обилии брендов у клиентов может возникнуть вопрос, а что подходит именно им? Здесь на помощь придут консультанты, сотрудники, которые отличаются высоким профессионализмом и ответственным подходом к работе. Благодаря специальному обучению они отлично разбираются во всех тонкостях представленных брендов и могут обеспечить каждому посетителю индивидуальный подход. Если вы думаете, что кроме парфюмерии и косметики во французском доме ничего не найти, то глубоко ошибаетесь. Магазин располагает шикарным выбором стильной одежды и аксессуаров, благодаря которым вы будете выглядеть неотразимо. Девушки могут побаловать себя следующими брендами: Carolina Herrera, Nina Ricci, Kenzo, Philippe Plein, Yves Salomon, Paris,
Маскина. Марина Ринальди. Ну а для сильной половины человечества представлен широкий выбор одежды от Франческо Смальта, Карузо, Кастанжа, Кастори. Для любителей истории во французском доме функционирует музей. А также вы можете посетить сеть магазинов Beauty Mania, которая начала свою работу в июле 2006 года. И вот уже более 10 лет они с блеском справляются с ролью инноватора в парфюмерно-косметической среде. Доказательством этого является тот факт, что на протяжении 3 лет с 2007 по 2010 год Beauty Mania была признана лучшей парфюмерно-косметической сетью в Казахстане на конкурсе «Выбор года». И на сегодняшний день в сеть входят 48 магазинов в 19 городах страны. Отличительная особенность Beauty Mania является предоставление клиентам возможности приобрести современную и качественную продукцию лучших мировых брендов по весьма доступным ценам. Каждый клиент магазина Beauty Mania имеет возможность не только получить консультацию от профессионалов своего дела, но и испробовать на себе бесплатные косметические процедуры, включающие в себя тестирование кожи лица и волос, а также макияж от лучших визажистов. Beauty Mania – это не просто сеть магазинов. Их отличает от конкурентов современная система продаж, обслуживание Open Sales и индивидуальный подход к каждому клиенту, а также возможность бесплатно получить образцы интересующей продукции и, конечно же, широкий ассортимент товара. Если вы желаете по-настоящему увлечься красотой, то Beauty Mania – ваш лучший помощник. В 2012 году был реализован еще один проект Imperial Home. В магазинах Imperial Home чего только не найдешь. Посуда, постельное белье, декор, текстильная продукция, все для интерьера, аксессуары и многое другое. Если вы желаете окунуться в мир европейской роскоши, то двери магазинов всегда открыты. Ведь, как говорится, красиво жить не запретишь.